Здравствуйте! В этом видео я покажу вам свою первую интерпретацию ножа по мотивам финки НКВД. Ножны из кожзаменителя с деревянным вкладышем, с подвесом на ремень и фиксацией клинка в ножнах. Так вот все сделано. Деревянный вкладыш выглядит вот так, из фанеры. Клинок из стали 65Х13, толщина по обуху 2 мм. Длиной 125 мм. Сведение в 0,2 и заточено вручную. Сейчас покажу режущую кромочку. Вот здесь можете видеть режущую кромочку. Рукоять черен из рога оленя. Тыльник сделан просто из стали, из куска арматуры. Кожаные и латунные проставки. Здесь есть гарда из латуни. Так вот. На черене прессуют трещины естественные. Кость трескается. Длина рукояти составляет 103 мм, но я бы порекомендовал делать ее подлиннее. В руке не очень хорошо. Я бы сделал 110 лучше. 115 мм. Вот. Так вот выглядит с разных сторон. Монтаж всадной, сквозной. Все проходит. Вот выходит хвостовик. И тут все залито эпоксидным клеем. Зашлифовано. Тут немножко не пролилось. Осталось, ну ничего страшного. Вот так вот выглядит тыльник. Почти зеркальная у него полировка. Вот так вот, в общем, все выглядит. Как можете видеть, нож абсолютно ровный. Клинок выходит ровно посередине гарды. Вот видите, ровно посередине. Здесь, не знаю, на ваше усмотрение, ровно или нет. Вроде бы да. Здесь тоже все ровно посередине. Вот так вот. Ну, потому что этот добиться, в принципе, несложно. Сейчас берется длинная полоса, широкая. Подгоняется под хвостовик, а потом уже вытачиваются ровно эти относительно от этого отверстия. И тогда не ошибешься. Этот нож сделан хоть из не закаленной стали, но нет возможности у меня закаливать сталь. Вот. Я больше тренируюсь, но все равно, так как он хорошо сведен, он может резать, строгать дерево. Как бы строгает. Нож я точил вот на такой самодельной простой точилке. Все заняло мне 20 минут. Здесь устанавливается наждачная бумага. И вот так вот потихоньку чухается. Вот такой у меня получился ножик очередной. Работайте. И все у вас получше. Чем больше попыток, тем лучше результат. До свидания.